В начале сборов у нас проведена медкомиссия. В этой медкомиссии внесены изменения. И в связи с нынешней ситуацией, которую ввели в стране, перед каждыми соревнованиями мы обязаны будем за 48 часов подать результаты исследований. Сборы у нас сегодня первый день, первая втягивающая тренировка. Сейчас мы до конца месяца будем тренироваться. Будем тренироваться так, в основном кардио нагрузки и тренажерный зал, пока волейбола не будет. Мы ждем какого-то решения по сборам, потому что мы не можем вылететь. У нас был запланирован сбор в Болгарии, и мы не можем пока на него вылететь. Этот год у нас мы решили немножко перестроение сделать команды, омоложение. Вот у нас ушли ветераны, так скажем, люди, которые приносили славу нашему клубу последние годы. Вот мы их поблагодарили. Ставку будем делать на молодых связующих. Константин Абаев, наш воспитанник, пригласили Александра Воропаева. Плюс взяли двух игроков из нашей молодежной команды. Новый диагональный связующий, то есть, скорее всего, буду я на роли Фабиана. Поэтому, тоже какие-то, может, изменения будут. И будут некоторые сложности в начале, по крайней мере. В этом году он должен, я думаю, всем доказать, что он не слабее Фабиана. Но Фабиан игрок высокого уровня. Я смотрел на него и что-то брал новое. То есть мне было интересно с ним, он там в моментах подсказывал. И с ним было комфортно работать. Плюс Пламен там в каких-то моментах говорит: вот смотри, вот он сейчас сделал так. Поэтому повтори или там, и запомни. То есть у нас идет омоложение команды, омоложение состава. Практически уже 40-50% наших воспитанников. Когда поступило предложение от Лока, мне кажется, было бы глупо долго раздумывать над этим предложением. То есть сразу согласился. Другие предложения вообще даже не рассматривались. Это Локомотив, это команда высокого уровня, где большие задачи. То есть каждый игрок хочет играть на таком уровне, мечтает об этом. Все очевидно.